Михаил Михайлович, первая тренировка в Риге, как условия вообще, как ледово, как лед? Ну, неплохое условие, как есть, у всех одинаковых, поэтому все нормально. Поэтому ничем они не отличаются, хуже или, ну, как говорится, или лучше, все нормально. А над чем сегодня команда работала? Ну, мы все поработали. Ну, мы не можем, то, что мы хотим, мы так и не можем, как говорится, поработать. Просто немножко объем поработали. Вопрос в том, что опять-то у нас того состава, который завтра играет, мы не знаем. Вот эта проблема огромная. Сегодняшняя команда, то у нас ни одной тренировки мы еще не провели так, как мы хотим. То один, то второй, то третий. К сожалению, как-то так. Не очень-то хорошая ситуация, но думаю, уже 14 числа, надеемся, что закончится с приездом Егора. Немножко подработаем. 5 дней останется, я так посчитал. А какие 5? 2 дня же мы на этом сидим на карантине. Сложно, много. Ну, я думаю, у всех таких условий, с большего команды. Сложновато. Как настроение у ребят? У ребят отличное настроение, все улыбается, сегодня общается, все нормально. Ну, как-то вроде бы коллектив у нас, не вроде, мне кажется, отличный коллектив, поэтому все нормально. Сегодня работали над спецбригадами, как с большинством? Вы довольны? Ну, с большинством мы только поставили, да, нет, мы немножко по-другому планировали опять. Мы там ребят, которых планировали, они не приехали, они только сегодня им визу ставят, и завтра будут. Поэтому немножко другое будет большинство, но мы поработали и с этими ребятами. Ну, в целом, тренировкой довольны сегодня? Да, да. Да, все хорошо, нормально, отлично. Какие будут изменения в матчах с Казахстаном? Ой, мы только это решим, когда завтра. Потому что я же говорю, мы же еще не знаем, приедут какие стрельни. Вопрос в том, знаете, как виза, там еще что-то. Вроде бы так все нормально, под контролем, даже вылетят сегодня ребята. Посмотрим. Все, спасибо.